хочу сделать еще одно открытие. Многие из нас помнят известную советскую патриотическую песню «У деревни Крюково». Так вот, оказывается, в ней воспет подвиг отряда панфиловской дивизии, которым командовал Бауыржан Момышулы. В наши дни деревня Крюково слилась с Москвой, а тогда отсюда противник мог кривой наводкой бить по Кремлю. Удержать рубеж было приказано батальону Бауыржана Момышулы. Офицер с задачей справился, но из состава батальона в живых остались 7 бойцов. Шел в атаку яростный 41-й год. У деревни Крюково погибает взвод. Все патроны кончились, больше нет гранат. Их в живых осталось только 7 молодых солдат. Их в живых осталось только 7 молодых солдат. Лейтенант израненный прохрипел вперед. У деревни Крюково погибает взвод, но штыки горят.